том же VI веке святитель Григорий Турский подробно рассказывает о хранящихся в Иерусалиме святынях, связанных со страстями Христовыми. В разделе «О копье, трости, терновом венце, колонне, у которой был ударяем в Иерусалиме Господь и Избавитель», он пишет: «Еще говорят, что терновые прутья этого венца будто бы зеленеют. И если бывает видно, что листья увяли, ежедневно они оживают божественной силой». Где именно в Иерусалиме хранился терновый венец? По свидетельству ряда авторов, на горе Сион –